взяли конец команды. Может быть, мы поможем, если встретим старичка лесовичка,
и поможем ему вернуть сундучок, и все на место встанет. Отправляемся с вами в путь, да? Пойдем. Соединяйте круг. Сразу на стульчик Азия взяла. Идем в путь с вами. Азия, садись на стульчик. Ой, слышу, ко мне гости пришли. Так это ребята. Здравствуйте, ребята. Вы мой сундучок нашли. Спасибо. Вы знаете, что этот сундучок непростой? Он волшебный. В нем лежат часы. Часы непростые. Они показывают времена года. Каждый зверь ко мне приходит и узнает, что ему когда, в какое время делать, когда в спячку ложиться, кому грибы сушить. А эти проказники лис, ой, баба-яга и леший, украли у меня его. Да вы представляете, да еще и замок повесили. И вот не знаю, что теперь делать. Замок висит, а на нем загадки. Ребят, вы мне поможете? Да! Там загадки сложные. Ой, боюсь не справиться. Что ж делать? Загадка первая. Очень сложная. Так, ребята, себя он раскрывает, тебя он закрывает. Только дождик пройдет, сделает наоборот. Ребята, что это? Я не знаю, ну что, скажи, пожалуйста. Давайте еще раз попробуем. Себя он раскрывает, а тебя он закрывает. Замок. Только дождик пройдет, сделает наоборот. Ну, ребят, ну тут вот. Замок. А может это сон? Первую загадку мы разгадали. Ой, какие молодцы. Да. Они у нас еще не только молодцы разгадывают загадки, они еще про этот важный, нужный предмет танец танцуют. Да, они знают танец, да. Сейчас вам очень красивый танец покажу. Мне на это решаю.
пошли по кругу, ребята, по кругу, залезли. Загадка вторая, наисложнейшая. Овощи и фрукты почаще поливай, будет в огороде хороший урожай. Ой, какие молодцы! Ну, слушайте, ну вы прям так здорово справляетесь. Ой, я прям... Ой, у меня для вас есть игра. Овощи. Thank you.
Играете, танцуете, ну не так. Ну последний замок нам остался. Справимся, ребята? Да! Давайте, ну очень сложная загадка. Загадка третья. Архисложная. Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает. Когда это бывает? Какие вы молодцы, ребята! Ну справились мы со всеми загадками. Ой, вот они наши часы. Вот они, ребята, вы посмотрите. Часы. Какое у нас время года сейчас? Осень. Молодцы, ребята, спасибо. Все звери от всего леса благодарны вам. Спасибо, ребята. Очень хорошо. Ребята, ну раз вы мне помогли, я вам помогу. Слышал я, что вы ищете осень. Ну, вам немного искать осталось. Вы уже почти дошли. Она рядом. Я прохватил болото рядом. Она сидит там и плачет. Вот как вы слышите? Капельки стучат, дождик идет. Значит, вы ее нашли. А теперь мне прощаться нужно с вами. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А почему ты плачешь? Очень грустно мне с утра. Никому я не нужна. От меня лишь блеск и святость. Как же мне, друзья, не плакать? Леший с бабой-ягой мне сказали: «Осень, стой! Все ребята любят лето, поворачивай домой». Неправда, осень, мы все очень ждали тебя и готовились к твоему приходу. И ребята приготовили все сюрприз для тебя. Да, ой, что ж, надо посмотреть, ребята. Что ж ты так смотришь? Да мне Леша дома, Кристина, Ангелина, Сережа, Соня, Настя, Оля, Лиза. Рассказывай. Стало вдруг светлее, вот, вот, свет солнечный получается.
я. Это платье золотое у березы на плечах. Утром мы во двор идем, листья сыплются дождем. Под ногами шелестят и летят, летят, летят. Пролетали паутинки с паучками в серединке. И высоко от земли пролетели журавли. Все летит, должно быть света, улетает наша лето. Елена так мне рассказывает. Осыпают завтра в садах, стройный гном под окошком желтеет. И холодный туман на полях целый день неподвижно белеет. Ближний лес затихает. И днем показались повсюду просветы. И красив он в братстве своем золотистой листвою одетый. Александр Сергеевич Пушкин, осень. Небо осенью дышало, свежо солнышко блистало, короче становился день, лесок таинственный синий, печальным шумом обнажал, ложился на полях туман, гуси крикли в караван, тянулся к югу прибежал, там у нас скучная пора, стоял на яру, уши двора. Сергей Есенин. Небо сжатое, рощи голы, а воды туманы. Лесного снегула, солнце тихо отходит. Древо взрытая дорога, есть сегодня перечитать, что совсем-совсем немного для Дениса до остановки. Александр Сергеевич Пушкин. Осень. Унылая пора, очей очарование, приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу увиданий, во греце золота одетые леса. В осенних ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрытые небеса, и редкий солнце луч, и первый мороз, и отдаленные седой зимы угрозы. Очень рада я, друзья, что вы любите меня. Больше горевать не буду, про обиды я забуду. Буду с вами веселиться, танцевать и веселиться. Молодцы! Я на твоей полянке грибочков посадила, видимо-невидимо. И все поганочки и мухоморчики, как ты любишь. Ну да, поганочки, мухоморчики. А как же дом-то мой? Крыша моя как? Ничего страшного. Подуют ветры, насыпят листьев, наломают веток. Починишь ты свою крышу, а леший тебе поможет. Ой, ну ладно, тогда оставайся. Добрая ты какая, красивая ты какая, осень. Ой, ну пошли, что ли, надоело мне пакостить, ребята. Быстро время пролетело, расставаться нам пора. На прощание вам подарки. Ребята, я принесла. Любите подарки? Да! Ну что ж,
Давайте, сейчас мы вас угостим, дорогие наши. Пока не открывайте, Левашапова Кристина, молодец.
Проворов Алексей. Молодец. Марун Милена. Исаян Мар. Молодец, на этом мы наш праздник заканчиваем. Понравился вам праздник? Да. Можно мы с вами встретили? Ну давайте. Come on.